Очень жаль сегодня, что у нас не получилось восхождение на вулкан Горелый. Из-за погодных условий был очень сильный шквалистый ветер. Не удалось покататься в озере, которое находится на дне вулкана. Однако на обратном пути мы нашли цепь горных озер, очень красивые. И с удовольствием здесь покатались и провели время. Так что в целом день прошел замечательно.